Евросоюз, как и все другие страны, очень все равно находится под влиянием Америки и прислушивается к ее мнению. Посмотрите Меркель, то она говорит одно, то она тут же она как-то меняет свое мнение, не говоря уже о других. Поэтому я считаю, что это организация, которая уже изжила себя. Надо что-то новое для того, чтобы именно была справедливость в мире. И также, чтобы Евросоюз не решал вопросы, которые выгодны одной стране Америки, а также выгодны и другим странам. Для этого он и существует.